15 июня, по прогнозам синоптиков, в нашем регионе сохранится жаркая по-настоящему летняя погода. В Сарове переменная облачность, утром плюс 18, днем возможны осадки, воздух прогреется до 28 градусов тепла, ночью плюс 16, ветер западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачность с прояснениями, утром плюс 19, днем синоптики обещают небольшой дождь, плюс 27, ночью плюс 18, ветер западный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В столице в течение дня ожидается дождь. Утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла, ночью плюс 19, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.